В эти дни чиновники администрации Твери, представители контролирующих органов и общественники занимаются приемкой отремонтированных дорог. До настоящего времени удалось проверить 67 из 70 объектов, которые входят в список по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Специалисты рабочей комиссии смотрят, насколько соответствуют дороги нормативам и требованиям проектной документации. Отметим, что благодаря экономии денежных средств дополнительно проведены работы по ремонту покрытия проезжей части улиц Коминтерна на участке от Зеленого проезда до Промышленного проезда, покрытие тротуаров на улицах Баррикадная, Степанова и Терещенко. На данном объекте проведены работы по замене асфальтобетонного покрытия, по ремонту тротуаров, а также нанесению дорожной разметки. Все выявленные замечания передаются подрядчику для устранения в установленный срок, после чего назначается дата выезда межведомственной комиссии на приемку еще раз.